Да. Здравствуйте, ребята, где ты наш жорик, а? О! Такое солнышко, не такое, я точно не знаю. Привет, Жорик! Привет! Так, наверное, вот так. Жорик, а что ты делаешь? Пошли в футбол гонять! Я пытаюсь стать художником. Вот это да! Да. Ты пытаешься стать художником? Да, 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 вот я уже нарисовал. Вот солнышко. Это да! А что ты рисуешь? Вот это солнышко, вот. Только мне кажется, оно какое-то... А почему у тебя такое странное солнышко черное? У меня просто не было другого маркера, поэтому я таким решил. Но я же художником хочу стать! О! А каких ты знаешь художников, Жорик? Я знаю Жорика художника. О, классный художник! Да, художник, это Жорик. Я, привет, ребят! Да, у этого художника Жорика солнышко черное. Может, я вот, знаешь, так это вижу. А давай я тебе помогу. Давай. Дай мне тоже маркер. Давай, какой ты выбираешь. Вот такой, вот такой маркер, вот такой. Вот, давай. Можно у тебя тут солнышко, тут травичку такую нарисовать. Давай, вот. А вот там вот у тебя есть синий маркер? Да, вот. А здесь можно нарисовать море вот такое. Давай, море. Знаешь, кто любил рисовать море? Нет. А Айвазовский, художник Айвазовский, вот это, он был маринистом. И знаете, как он вообще писал картины? По памяти. Сначала долго смотрел на море. Потом... Да. А, знаете, почему он смотрел на море? Он там родился на Черном море, вот. Феодосий в Крыму, да, родился. Вот, кстати, благодаря Айвазовскому Феодосию провели железную дорогу. Все благодаря этому знаменитому художнику. Вот. А маринист, потому что моря рисовал? Да, он сначала долго-долго смотрел, а потом по памяти рисовал. Сейчас его картины во всех известных галереях, вот. А скажи, пожалуйста, Лёлик, у него такие маленькие картины или нет? Нет, у него полотна большие. Большие даже? Вот такие, ого. Знаешь, я там был. Там 9 метров. Вот ты, 12. Одна картина. 15, это только в длину. А сколько тогда у него маркеров было? О, он писал красками. Красками? Да, маслом там разным. Да, ого. На холсте. Вот это да. Вот там да. Вот и это... чтобы стать таким знаменитым художником, надо много-много рисовать и многому учиться. А давай еще что-нибудь нарисуем. Ну давай, да? Я могу. Ребята, вы знаете каких-нибудь художников? Дайте. Вот и мы сейчас попробуем узнать. Я могу. А вот я здесь рисую картину Айвазовского, ты здесь рисуй. Я вот здесь вот так, вот так птичка полетела, вот такая, вторая, третья птичка, полетели. Тут еще одна птичка, тут еще одна птичка, еще одна птичка. О, а у тебя это кто? Это у меня такой будет заяц. Вот, там усики у него как. Я бы сказал, что это похоже больше... Ну, я не знаю. Ну, я же художник. Ты художник, а давай вот нарисуем еще вот. Вот здесь, как будто бы, вот здесь, давай. Вот здесь, вот так, вот такое дерево растет, смотри, вот такое, вот так вот, так, вот так вот, так вот, так, дерево, здесь одно дерево лежит, вот так лежит дерево, вот так тут веточки, вот сюда, это не пишет, давай я тебе возьму, вот тут такое дерево, тут веточки, тут еще одно дерево такое, вот такое дерево, это лес получается, а здесь, вот такое вот, на дереве стоит такой вот с усами такой большой. Вот, это у меня, в общем, это медвежонок маленький, вот. Вот, Лёлик, я придумал, знаешь, кем я буду? Солнышистом. Классно! Да, только солнышко рисовать. А еще солнышко можно сделать смайлик. Да, улыбается. Вот, слушай, у нас получилось... О, известная картина! Какая? А вот знаешь, вот картина, ты ел когда-нибудь конфеты, такие вот зеленые обертки? Ребята, вы кушали? Там еще мишки ползают по деревьям, да? Шоколадные! Да. Как эти конфеты называются? Утро! Нет, конфеты называются мишки в лесу. А, мишки в лесу, да. Да, а взяли они эти конфеты. С картины знаменитого русского художника Шишкина. Вот это да! Там медвежонки ползают. Вот, да. И называется картина «Утро в сосновом бору».
Вот Лёня, так. Ты такой молодец, всех да. Знаешь, художник. Ой, у нас получилось, мы нарисовали почти подлинник. Да. Этой картины Шишкин «Утро в сосновом бору». Ага. Поставьте свою подпись. Да. Давай. Знаменитый клоун Жорик, знаменитый художник. Да. И давай. Здесь поставь свою подпись. Ну, и эту картину я тоже ставлю. А здесь подлинник Айвазовского «Девятый вал». «Девятый вал»? Да. Ну, ребята, вот так мы немножко изучили наших художников, попытались рисовать. Ну, мы, конечно, художники так себе. Да. Но мы только учимся. Мы вообще только учимся. Вот. Ну, а вам что пожелаем? Тоже изучать художников, учиться рисовать. Да. Вот. И что? И смотреть мультфильм. Да. Пошли смотреть мультфильм. Пошли. Так, вот!